И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер, но это Sonic Generations. И мы продолжаем. Без Shadow. Классика. Неплохо. Как-то не обращал внимания. А в прошлый раз такое было? Вроде не было. Так, значит, смотрите. Сегодня мы с вами продолжаем. В этот раз мы спасаем мисс Эмми Роуз. Отправляется на химический завод. Да, сначала от мелочи карамазовой до мелочи ненавистной. Я Ома Чао, я расскажу тебе все, что ты хочешь знать. Подойди ко мне, я тебе укажу твое счастье. Так. Так. Ну-ка, необычно. Оу, неплохо. Так, ускорение. В свободном падении. Давай-ка, мелочь. О, стоп. Так. Уж не знаю, куда это меня занесло, но... Ой... Как подлагивает здесь-то, реально. А вроде перестало. Вроде подлагивают, вроде бы и нет. Странное, вроде не должно лагать, но лагает почему-то. Так. Так, выбираемся, иначе потонем. Ауч! Давай, есть. Ауч! Так, ну вроде все. Значит, видимо, время от времени будет подлагивать. Отлично. Так. Отправляемся теперь по пневмопочте местной. Так. Ладно, пойдемте вниз, что поделаешь. Был бы пароход какой-нибудь безопасный, ну ладно. Чем, как говорится, богаты? О! Есть. Хотя бы глотнули кислородику. Так, ладно. Так. Так. И наверх, пожалуйста. О, там кольцо было. Так. Мы с вами, давайте, знаете, как сделаем. Мы с вами будем то же самое делать, как на форсах, я понял. Потому что, во-первых, я рад, что вам понравилось наше прохождение, ребят. Я реально рад, что вам понравилось наше прохождение первой части. Всем за это спасибо, реально, ребят. Потому что приятно видеть, когда всем вам нравится все это дело. Будем, наверное, пока опускать кольца красные, будем чисто проходить. Бэшка, давайте мне... Вот, другое дело. Ну что, погнали, лысое чудо. Синее чудо, точнее. Дальше. Ну. Будет сейчас заниматься, интересно или нет? Нет, не будет.
Только восстановление заводика. Ну, тоже ничего. Заводик покрасили. Получили картинку 007. Sonic James Bond 007. Может, глянуть сейчас? Нет, давайте пока ее оставим на потом. Как говорится, сразу за второго возьмемся. Так. Теперь у нас, по-моему, смена идет на этого товарища. Ну что, сыграем! Химические плантации. Ты можешь использовать скорее для повышения скорости, когда ты на крае... Нет. Допустим. Так. Ау! Ясно. Я заметил издалека еще, что здесь проложены какие-то дорожки. Решил посмотреть, можно ли до них перейти. И можно. Давай, давай. Есть! Так. Можно было попасть. Хочу попробовать. Давайте попробуем. Интересно, куда это приведет дорожка. Оу. Так, давай еще раз. Готов. Вперед. Так. Так, давай-ка. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. А там какой-то игр был, кстати. Можно было нажать. Давайте попробуем. Знаете, был какой-то игр? Любопытно. Так, давай-давай, мелочь. Реально любопытно, что это было за место такое. Давайте попробуем. Реально, там был какой-то игрок, мне реально любопытно. Даже есть какая-то ачивка, почему бы и нет? Так. Давай-давай-давай-давай-давай, есть игр какой-то. Там можно было зацепить. Видимо, это, скорее всего, пролет по кольцу, как вариант, я так понимаю. Если попробовать попасть туда. Давайте попробуем. Так. Отлично. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. А-а-а, нет, не получилось. Давайте сначала начнем. Ну, реально, а смысл? Я уже дважды помер. Ладно, тогда не буду просто отвлекаться. А. Сказал, не буду просто отвлекаться и подлёгся. Ну ладно, бывает такое. Да, тебе даже любопытно. Вперед! Отлично. Вперед! Так, это где мы? Вот там, где вода, реально что-то жутко подлагивает. Вот там, где вода, реально жутко подлагивает. Оу. Эти ящики можно двигать. Чтобы переместить ящик, нужно подойти к нему и сдвинуть его. Гениально. Так.
Ну, хотя бы одно кольцо-то забрал. Эй, давай сюда ящик мне. Наверх, пожалуйста. Благодарю. Реально, подлагивает сильно этот уровень. Реально, с ним подлагивает. Вот там, где воды много, нажми X во время падения, чтобы ускориться. Ау. Вот было еще кольцо там. Давай. Вперед, вперед, вперед. Так, куда мы упали? Так, если утонешь в воде, ну, под водой на долгое время Так, ясно. Так. Отлично. Ой, вот разбежались по водице. Ауч. Так, стоп, подожди, туда надо. Вперед, синее чудо. Так, давай, есть. Зараза. Ауч! Грабанные! Можно подать? Спасибо. Так. Отлично. О, спасибо. Нам дали кислородику. Так, можно, пожалуйста? У меня сейчас нету... Так. Отлично. Ну это уже... Ух ты. О. Так, вот это я точно помер. Ну-ка, отправляемся. Давай. Ю-ху. Так. А вот и финалочка. Молодец, Ёж, молодец. Но не дотягиваешь пока до Ашечки. Соник! Тейлз! Этот химический завод кажется знакомым. Никогда этот запах не забыл бы. И что-то мне не по себе от этой розовой водички. Ты прав, Тейлз. От этого места у меня постоянное ощущение дежавю. Дежавю, дежавю. Жила. Ты спас меня, Соник. Я боялась, что меня больше не смогут с тобой флиртовать. Бля, на кой черт я это сделал?
Когда ты рядом со мной, я на седьмом небе от счастья, Соник. Приходи в любое время, пообщаемся, пофлиртуем. Конечно, Эми. Конечно, я... Как же я не могу этого сделать? Получена музыка Green Hill Zone оригинал. Кстати, ребят, забавно, но музыка из Green Hill по авторским правам попала у нас. Но не переживайте, все открыто, ничего не запрещается, но реально есть такое. Оу, красное кольцо? Может, вот в чем секрет твоей молодости? А мне достанешь такое же? Эми знает толк в кольцах. Ну, мужчины поняли, да и женщины тоже. Так, а что мелкая скажет? О, Соник, если ты прыгнешь с наклонной поверхности, ты сделаешь свой прыжок еще выше. Да ну. А, имеется в виду, вот когда ты под углом несешься вот так, ну да, кстати, как трамплин, по сути. Так, давайте тогда пойдем теперь сюда. Так, это уже Наклз. Так, давайте с мелочи Кармазовой начнем. Сегодня охватим сразу две зоны, будет здорово, а там, если что, будем добивать потом. Так. А, я могу их так ставить, ладно. Отправляемся. Нажмите X несколько раз, чтобы увеличить скорость рывка. Забавно, вот эта сфера чистая карта планеты Земля. Мне прямо нравится подход. Привет, птичка. Ау! Можно сначала? Я сразу же не начал еще пока что. А побирать это хочется эску хотя бы на наклузу. Так, отправляемся. Реально красиво. Ты можешь управлять платформу Юла? Так. Так, это тоже заберу. О, колечко. Вот тут, кстати, реально очень красиво. Мне прямо реально нравится. Даже за принтскриню здесь парочку мест. Из этого будет хорошая арт-заставка, я бы сказал бы. Ауч! Ауч! Давайте еще раз. Ну, хочется на эсочку хотя бы, как в прошлые разы. Ну, тем более, реально, интересная карта, очень красивая визуально. Разбирайте мониторы отвращающихся врагов. Так. Так. О. Дайте я за принтскрин вот этот вариант. Очень красивый такой вариантик. С ежиком. Мне прям нравится. Я, наверное, его возьму на арт-заставку. Ауч, ауч, ауч. Нет, не достает. Ну ладно, пойдемте вниз. Иди сюда. О, жирняк наш. Так. Ауч! Можно наверх? Благодарю. Реально красивое место.
Так, давай. Так, ясненько. Какая-то сфера. Стоп, минуточку. Слишком подозрительно. Так, ну там никак не проникнешь. Ауч. Так, давай. Зараза, так. Есть, забрал, конечно. Оу. Это, конечно, здорово, что здесь теперь там открылся упрощенный путь. Так. Отлично. Так, иди сюда. Ауч. Они что, тут временно эти... Иди сюда. Так. Отлично. Так, ну... В общем, это... Невероятно сложное левитационное устройство. Так... Так, спасибо, это мы заберем аккуратно. Так. О, нет, нет, нет! Уж не знаю, куда я попал, но куда-то я попал. Так, ладно. Здесь запутаешься прям, тут реально... Стараюсь! Ау! Ну, спасибо, Мучао. Он тут... Игра кончит. Попробовать снова? Да. А, заразовый пробег, что ли? Да ладно, тут нет сохранений. Вот ты... Это мне нравится. Я тут переживал, значит... А тут, оказывается, нет сохранений. Слушай, реально. Так, стоп. Ауч, зараза. Гребаный робот. Так. Так, собрали, иди сюда, наверх. Ой-о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 й. Ну ладно, пойдем отсюда. Тоже интересно посмотреть все позиции. О. Спасибо! Роберт не хотя, но рассказал мне о кратком пути.
Так, а ну иди сюда, гребаная машина. Батник прямо реально, мол... Батники здесь реально хорошие. Батники реально стоящие здесь. Да зараза-то какая! Батники здесь реально хороши. За это прямо респект. Так. Отлично. Так. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Уж не знаю, куда это меня приведет, но надеюсь, что куда-то да приведет. Привет, батник. Точка срань. Вот забавно, здесь вроде бы есть точка сохранения. А куда она приведет, непонятно. Быстрее, ускоряйся, нужно торопиться. Да-да-да, знаю. Ну, хотя бы точка сохранения есть. Спасибо на этом. Так. Ау! Я вылетел. Так, ладно. Платформа распадается, нужно торопиться, быстрее. О, тут сразу три кольца в конце. Вы заметили? Там три кольца было вот на каждой из этих трех платформ. То есть ты должен еще выбрать платформу в конечном итоге. То есть, смотрите, мы вначале нашли два кольца, и здесь в финале целых три дорожки, три кольца. Ну, слушайте, неплохо. Мне понравилось. Нет, вообще, локация реально красочная. Вот за это прямо респект разработчикам. Мне кажется, это, наверное, лучшая локация. И я даже говорю, Форсак. Были очень красивую локацию, но... Это прямо... Это шедевр. На всякий случай, это мало ли, может, анимация сейчас пойдет какая-нибудь. Ну вот о чем я и говорю, видите, три кольца, еще в финале еще два дополнительно. Так, ну а теперь давайте-ка сменим персонажа. Ну давай, синий командос. Sky Factory. Нажмите А во время прыжка, чтобы задействовать сам... Вот это прямо реально любопытно. Так, тут есть какие-то обходники, мне интересно. Нет, туда пройти нельзя. Эй, вставай! Ты можешь выполнять фристайл-трюки, спрыгнув с панели трюковых прыжков. Используй L, чтобы совершать различные трюки. Ладно. Конечно, фристайл-трюки это нечто, я не спорю.
Потом чуть не хочет прыгать во время прыжков. Так. О-о-о. Давай мы тебя заберем. Иди сюда, в мою коллекцию. Будешь. Привет, мелочь Карамазова. Также ты можешь выполнять разнообразные трюки после прохождения радужных колец. Именно радужных? А там было красное кольцо. Ну ладно. Будем зато знать, где его искать. О. Привет, батничек. Оу. Плохо. Так хорошо получалось вначале. Так, ладно, отправляемся сюда. О, вижу колечко. Ты мое? Ух ты! Ауч! Грабаный батник. Так. А ну иди сюда. О, это что у нас? Так. О! Так, как мне туда забраться? Так, а как мне подняться? Кто не подскажет? Может, я что-то не понимаю? А, тут был проход. Так, наверх, пожалуйста. Там можно было перепрыгнуть, кстати, если заметили. Но я уж не стал этого делать, потому что риск помереть слишком большой. Ну ладно, давайте здесь тоже пройдемся, пробежимся, посмотрим, что тут да как. Так. Так. Эй. Эй, не подвисай. Да ты издеваешься, что ли? Так, небольшая такая вырезка случилась. Игра подвисла на самом интересном моменте. Давайте еще раз попробуем. Я, наверное, не буду даже ее вырезать на этот момент, на данный момент. Ну, реально очень интересный уровень, и упускать все такие мелочи, первое впечатление не хочется, поэтому он у вас останется, на этот кусочек-то. А мы с вами заодно попробуем по новой. Бывает ситуация, когда что-то вылетает. Бывает такое. Там было красное, если что, кто не заметил. Я сейчас только... Так.
Либо вот это я видел как вариант. Ты со мной. Так, вот это я точно помню. Красный находится у нас вот по эту сторону. Так. Вот. Давайте по этому. В прошлый раз мы шли по другую сторону, пойду давайте по эту. В этот раз по эту. Как говорится, смакуем все самое лучшее. О, неплохо. Ау! Нет! Нет, 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 нет! А, живы пока. Есть. Так. Ой-о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 й. Я пропустил одного. Эй, батик, иди сюда. Ладно, в этот раз кольцо упустили. Так, а так хороший, такой хороший удар был, честно говоря. Ну ладно. Ну, как говорится, будем. Мы знаем, где какие-то кольца попадаются. Так. И сюда. Он нас сзади сейчас бежал. Вообще, любопытно так посмотреть с той позиции, что долина, которую в свое время защищал Наклз, такая вот, ну, хорошо проработанная. Ой. Ну, умер. Ну, ладно, не будем тут прерываться на этом моменте. И перепроходить. Ой-ой-ой-ой-ой, так, иди сюда. А почему не целится нормально уже? Ну ладно. Так. Так. Вот, обходной путь. Наверх, пожалуйста. Вот, я решил попробовать заодно. Но это возможно, как вы заметили. Так. Ладно, мы уж один раз помнили, так что не страшно. Если что, будем тогда перепроходить на все это дело. Мне чисто не любопытно сам такой вообще формат, что это за подуровень такой. Кстати, а может здесь что-то хранится? Может, какое-то колечко тайное? Или какой-то секрет? Вообще забавно выглядит все это дело. Кстати, а тут еще какие-то платформы, ведь посмотрите-ка. Никогда не знаешь, что вот на них хранится-то, так ведь? Ну, мало ли здесь какой-нибудь тайны запрятанные. Может, какая-то отсылочка, это же было бы здорово, да, ведь, согласитесь. О. Так. Так. О, походу мы наткнулись на проблему мелкого синего, который начал уничтожать здесь тоже все.
Ай-яй-яй! Да куда ты? Ты же должен был... Почему он не целится? Ладно. Так. Так. Вот сейчас он нацелился куда надо. Здесь под землей может уйти в любой момент, так что поддерживай, где исключительно все находится в безопасности. Ну, я стараюсь его... Бегом! Хороший кадр. На всякий случай себя уберу, потому что реально очень красиво. Неплохо, неплохо. Потом вырежу этот кадр специально. Шикарный кадр вышел. Мне кажется, я его даже возьму. О, вот и Наклз. Давай, вылезай из ледяного плена. О, моя хорошая статуя. Да, я живой. Спасибо за помощь. Не то, чтобы я в ней нуждался, но мне приятно снова иметь свое святилище на месте. Что это за место такое? Кругом белым-бело и как-то пугающе. Первый раз в жизни такое вижу. Так, появились врата испытаний. Новые испытания ожидают вас в каждом акте. Для одного этапа есть 10 испытаний по 5 для каждого акта. Иконка рядом с вратами испытаний показывает, какого рода испытаний ожидает вас. То есть скорость, смекалка, гонка, друзья, враги, предмет, кольца, трюки и спасение. Так, это из-за принтскриню. Вы получите картинку. А, это то, что мы получили. Спасибо. Накл, что скажешь? Nice work. Я слышал, ты обнаружил красное кольцо. Это прекрасная вещица, кстати сказать. А про мелкого? Yo! Ускоряйся, чтобы платформа Юла стремилась вверх и наоборот. А, это платформа со сферой. Ясно. Sonic. Красное звездное кольцо в конце развилки с тремя путями. Первый из них — путь с платформами Юла. Это подсказка, то есть... В будущем, если что, можем спокойно этим пользоваться. Любопытно. Yo! Есть места, где пол обваливается под тобой. Будь предельно бдителен. Ну... Послушаем совета, как говорится, молодого Наклза, чего бы нет. Давайте сначала сюда посмотрим. Ну вот, ролики у нас только с химзавода, не более. Иллюстрации. Но это территория, опять же, Лиан, Гринхилла. Так, концепт архимический план. Я даже уберу комментарии вот так вот, чтобы красиво было. Смотрите, реально красота. Концепт арта нечто. Вот это мне очень нравится. Вот посмотрите, прямо проработка всех деталей. Можно еще, кстати, японский подучить. Кто хочет, учим японский. Я даже вот... А, там где вебка... Ну, я так покажу вам. Смотрите, видите, вот. Старые концепты. Они сделали грид, новый концепт. То есть сделали такой трехмерный по сравнению со старым. Концепт арт химического завода. Реально красота. О, вообще красиво. Вон, смотрите, даже Соник-работник там. А это, кстати, концепт арт уже с зоны Наклза. Ну, по Наклзу тут немного нам открылось. Походу, они будут открываться со временем, когда будем получать новые кольца. Музыка. Ясно. Персонажи. Так, ну... Товарища Соника мы знаем. Товарища Майлз Тейлз Спраура мы знаем. Мы уже это читали. Наклз Ехидна.
Ехидна Наклз, силач с отважной душой, обитающий на острове Ангела, парящего в небесах. Он защищает огромный главный изумруд от злых рук. Друг и одновременно соперник Соника. Он упрямый и своенравный, а его излишняя доверчивость порой переходит все допустимые границы. Нет, ну чего хотите, человек жил в изоляции. Ехидна жила в изоляции десятки лет. Эмиралс, молодая и жизнерадостная ежиха, неравнодушная к Сонику, Эбби временами не дает синему ежу покоя, считает себя его девушкой. Именно считает, но не является, запомните ли, ребят. В ней столько энергии, что ее ничего не остановит. Но Тейлз, мне кажется, самый лучший вариант. Слушай, мне кажется, Тейлз это реально прямо... После доктора Работника, естественно, это сокровище всей франшизы Соника. Вы посмотрите на него. Он прямо захватывает свое внимание. Ладно, давайте посмотрим. Может, в магазинчике что-то есть у нас? Новенькое. Подстраховка. После рестарта у тебя будет 10 колец. Последний шанс. Щит. Защищает тебя от урона. Может, мне лучше жизнь эту купить? Мне как раз на всех хватает. Но это только... А вот щит только первому акту. Давайте подстраховку я возьму в любом случае. Пусть будет запас. Вот так. А чё нет-то? Пусть будет запас. Что ж, ребят, давайте пока на этом с вами на сегодня закончим. Или... Может, у ангела? Во, у ангелов давай. Смотрите, у нас там какие-то ключи еще появились сверху. Вот вы не видите за мной, да? Вот. Какие-то ключики появились. Это любопытно. Что ж, ребят, давайте пока на этом с вами сегодня закончим. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Пусть даже с небольшими такими вот своеобразными зависаниями игры. Не знаю, о чем это дело. У меня все прекрасно вроде работало. Хотя... Я впервые даже столкнулся с тем, что она порой подвисала. Хотя на тестах такого не было. Не знаю, с чем это связано, разберусь. Возможно, это из-за Ван Хельсинга, когда я использовал PS2 на полную, но... Это только предположение, надо выяснять. Но главное, чтобы с вами прошли... А ну не спать, у меня синяя, зараза! Видите, разлегся он, разлегся. Ладно, ребят, с вами был Вескер, доктор Эгман Работник. Всем до скорой встречи, всем пока, удачи и увидимся!